Добрый день, доброго времени суток всем, кто смотрит это видео. Сейчас я покажу, как перевести станцию ЕЗУ FT8800 в режим передачи данных с персонального компьютера на саму радиостанцию. Я покажу только вход в инженерное меню и включение приема данных с компьютера персонального для самой станции. Для этого нам нужно подключить к станции электропитание, подключить кабель программирования и выполнить ряд несложных манипуляций. Зажать левую нижнюю кнопку ВМ и зажать и удержать клавишу включения питания. Станция переходит в инженерное меню. Теперь нам в инженерном меню нужно выбрать пункт 7. Для этого мы правым верхним регулятором Dial выбираем пункт 7, поворачивая вправо Clone Start. Для того, чтобы войти в режим передачи данных, нам нужно нажать кнопку Set. Кнопка Set на радиостанции находится по центру, в нижнем ряду клавиш. Вот она. Она не подписанная, на ней нет никаких обозначений. Мы ее нажимаем кратковременно один раз. Все, станция перешла в режим передачи данных. И теперь для того, чтобы передать данные с персонального компьютера, нам нужно также единократно нажать левую нижнюю кнопку Low. На экране появляется надпись Clone RX. Это означает, что станция готова к приему данных с персонального компьютера на свою память. Сейчас я покажу вам, как выглядит режим передачи данных. Писать. Окей. Окей. Все. Пошла передача данных с персонального компьютера. Мы видим, что черточки начинает идти слева направо. Как только они полностью заполнят весь экран, это означает, что данные полностью переданы. Все, на станцию данные переданы. Если долгое время на станцию не передавать данные, на правой части экрана, напротив надписи Clone, высветится надпись Error, что означает, что вы не передали данные, либо произошла какая-то ошибка. Спасибо за просмотр.